Всем привет, с вами Роза. И это небольшое обновление Lineage 2 Mobile. Перед тем, как начнем, хочу вас пригласить в группу Discord дядюшки Розе, где вы найдете общение Ластолка, где ребята меряются, кто что достал, какие вкусняшки с алхимии. Но хочу видеть больше фиолов. Также для тех, кто хочет поучаствовать, пишите сюда свой ник, левел, профу, сколько у вас скиллов. Ну, я думаю, если вы давно играете достаточно скиллов, то мы с вами согласовываем, делаем крутой обзор на вас. Так, интересная информация. Тут некоторая информация по игре. Если интересно, заходите, посмотрите. Твои предложения. Сюда пишите, что вы хотели улучшить на канале дядюшки Розе. И также куплю-продам, но я не несу никакой ответственности за эту вкладку. И тут есть такая вкладка, тайничок, там где я скидываю свои голые фотографии. Если кому-то надо, открою. Ладно, шутка. Еще хочу поблагодарить спонсоров YouTube канала дядюшки Розе. Вас немножко, но вы самые лучшие. Ну и всех, кто ставит лайки, комментирует, тоже вам спасибо. Подписончики. Перейдем к обновлению. 4 октября. Обновите книгу об истории королевства Аден. Нужно закрывать 1, 2, 3. Лечение урона от умений. Лечение урона от оружия. Короче, 4, 7. 9 книг нужно создать. 9 миллионов адены, 1800 кусочков. 1800 магического пергамента. Это временные коллекции до 01.11. Видим, какие-то коллекции на месяц, какие-то на 2. Обновлен подбор для лабиринта Харнака, Леона, Зиккарт, Эрика, Барс. Кто не знает, есть на карте РБ, да, есть мировые боссы. Это Васак и Искривленный Крума, и Рейла, и Кастур. То бишь за них дают дополнительно сундучок, в котором будет реликвия, зелье развития. Можно получить 6 карт или 11 класса Гатиона. Можно получить дополнительно также зелье пробуждения низкого качества. Идем дальше. Уменьшено количество ключей для рейда клана. В клане подземелья, где вы заходите кланом, или сейчас некоторые ребята соло там проходят. Фармите РБ, с которых есть вероятность что-то выпасть. Но в основном это ордена. И Адена. 12.30 и 20.30 за 10 минут до этого времени появляется окошко от тайной комнаты Бремнана. Там фрагменты огня, земли, вот это вкусняшки падают, все еще антикварные вещи, рецепты, возможно. Неплохой инстантик для новичков. Да и просто ты 2 минуты тратишь и вкусняшки получаешь. 12 часов приходит писемка, энергия Энхасад, сундук поддержки. И тут карты души можно получить 6 или 11 раз. Добавили вот такой вот ежедневный бонус. Так, посмотрим, это на 30 дней. Финальная награда. Редкий героический. Передфинальная вода Энхасад. Улучшенный легендарный. Чистый эликсир. Улучшенный кристалл. Сайха. От редкий до героический. 50 виталки. Ордена славы. Героические кусочки. От улучшенный до легендарный. 2 раза. Со свиточками. Возможность блеску вытащить. Зелье развития, кошаки, мур. О, бонусная монета мастерства 2 раза круднуть. Свиток битвы, улучшенный легендарный, 500 очков пробуждения, 30к кристаллов, знаки поручения, 5 кошаки, улучшенное оружие, чистый эликсир, свиток битвы, улучшенный класс, кошаки и 2 часа на выбор. Очень неплохо. Так, переходим в донат-магазин. Видим вот такие вот паки, в которых продолжаются талисманы. И за талисманы мы можем создать книгой умений на выбор. Вот я за что говорил. Вот эти паки очень вкусненькие. Если вы скрафтите одну книгу, вы сможете ее хорошо продать. Можно крафтить книги наследника. Это выходные именно. Шанс 5%, но всего лишь 12 талисманчиков. Очень хорошие паки. Так, дальше идем. Улучшенный легендарный. Улучшенный героический, да. Ордена, знаки, кристаллы, улучшенный кристалл. Пособие высшего качества на выбор. Реликвия энергии и бонусная монета мастерства, которая нужна для прокрутки мастерства, когда вы все выкачаете. Не осталось еще 2 открыть, хотя бы там по одному интеллекту. Или защита, или снижение, неважно. Я закрою в один цвет, и у меня откроются все ячейки. То бишь еще 2 урона и шанс двойного урона. Ролить без доната это очень сложно. Будет, что будет. Если мы скупаем все паки, нам дают вот такую вот карту. А эта карта от редкий до легендарный 6 раз. Также агатионы аналогично, все. Если скупаем все паки, дают на агатионы. Очень вкусненько, очень.
Так, ладно, с тобой твой друг Розе. Всем до новых встреч.